Всем привет! У нас сегодня воскресенье. Мы с Сергеем на работу собираемся. Он пытается отшкрябать от стекла тонкий лед. Он тонкий, но он настолько сильный. В общем, пока не очень получается. Ой, у нас ночью было морозец, подморожено было все. Потом рано утром начался дождь. Сейчас вот он так моросит мелкий. И на дорогах такая наледь. Очень, я думаю, что опасно, наверное, сегодня. День жестянщика, наверное, сегодня будет, в воскресенье у нас в городе. Мы переехали с нашим магазином окончательно вниз. Ну, в этом же здании, только вниз. Спустились в цокольный этаж. Покупатели говорят, вы все ниже и ниже. Я говорю, да, мы все ближе и ближе к народу. Мы сначала на третьем этаже там были, но здание не предусмотрено, там лифт или еще что-то. Очень тяжело было таскать наверх бисер, мешки с пряжей. Мы спустились на первый этаж, но там помещение у нас было без отопления. Тоже не очень приятно. Оно, конечно, прогревалось вот от тепловой пушки, которая на входе стояла. Но на ночь мы уходили, ее выключали. В общем, все равно пол там был ледяной. Короче, мы теперь в подвале работаем. Сегодня я сниму, что у нас там получилось. У нас все еще не убрано. Мы еще все ходим, путаемся. Очень много отказываем покупателям. Не все находим. Это очень обидно. Нам хочется продать, им хочется купить. Вот, но... Я неделю не могла туда прийти, потому что у нас не с кем было мелких оставлять. И Лера, и Миша у меня тоже учатся. И поэтому Люда у меня там одна была в отделе. Вот. Одному человеку очень несподручно и с людьми работать, и товар выкладывать. В общем, мы вчера оставались вечером после работы. И сегодня я тоже, у меня смена закроется в 4 часа, и я еще останусь часа на 3 товар выкладывать. Так, в общем, мы поехали. Сейчас включимся потом. Так, ну, у меня не получилось в течение дня съемку сделать. Сегодня все, наверное, соскучились по мне. Много очень было покупателей. В общем, я сегодня только один раз попила чай, когда уже все ушли. Это где-то вот, наверное... Около 3 было. В 3 часа уже все закончилось. Я начала вот немножко разгребаться. Что тут у нас? Чуть-чуть мы навели порядок вот здесь. Ну, пряжу мы еще выставили. Плюс у нас еще тормозит то, что нам вот проводку... Это не проводку, а свет до сих пор еще не сделали. У нас очень темно. Ждем, когда нам добавят еще светильников. Работать темно. Как раз вот над кассой там свет плохо падает. И у нас опять вот неприятность. У нас лопнули полки. Устали они, наверное, держать такой вес. Вот. Что еще снять? Вот такой у меня здесь рабочий беспорядок. В общем, что мы тут... Люда вот повесила вышивки, молнии развесила. Тут у нас все под руками, все рабочее. На первый взгляд, вроде как хаос, кажется, но для нас это... Нормально. Мы это все находим. Вот. Единственное, что у нас еще вот не выставлена витрина с самым мелким товаром. Это бусинки всякие, комплектующие для создания украшений. Это мы все еще пока не выложили. И здесь вот у нас пряжи еще, стеллажей пока нет. Пока вот там все в мешках. Но мы тут немного вот по коробкам разложили. Работать нужно. В общем, вот так, потихонечку. Здесь потеплее, чем в том отделе. В том отделе у нас нет отопления. В этом отделе еще без отопления нормально. Мы не мерзнем. Но у нас еще вот тут две батареи. Мы их освободим, когда будет холодно. Мы их тоже включим, если вот морозы будут. Если будут. Сегодня опять дождь. Я думала, с утра день жестянщика будет, но на дорогах хорошо. Дорогу посыпали реагентом, она была не скользкая. А вот тротуары – это убийство. У нас вот сегодня знакомая приходила, говорила,
травма, везут, очереди большие, по скорой везут. Те, кто люди сами пришли, они сидят, ждут, по скорой в первую очередь, плюс еще тяжелые там были, и переломы шейки бедра были, и со смещением, в общем, много всего. В основном люди пешеходы, потому что тротуары не были ничем посыпаны, и скользкие очень. Наледь была на тротуарах. А дороги? Не сбылось мое предсказание. Дороги были нормальные. Сейчас мы поедем домой. Я бы, конечно, еще, может, на пару часов осталась. Но мне мелких сегодня нужно в студию отвозить. Они у меня по воскресеньям занимаются в студии, рисуют. Всем пока. Может, я еще вечером что-то поснимаю.